Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Обсуждались вопросы начавшегося строительства западного моста в Твери, реализации в регионе национального проекта в сфере дорожного хозяйства, обеспечению безопасности дорожного движения на федеральных и региональных трассах. Тем продолжит наш корреспондент. По словам главы региона, развитие дорожно-транспортной сети – один из ключевых приоритетов для Верхневолжья. В Твери по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина реализуется проект строительства западного моста. Это масштабный, беспрецедентный проект для города Твери. Завершить работу планируется в конце 2025 года. Сейчас ведется обустройство технологической площадки для сооружения третьей опоры будущего моста – шпунтовое ограждение устройства водопропускной трубы. Работа проводится на левом берегу Волги. Другое важное направление работы в дорожной сфере – это расширение трассы М9 от Волоколамска до Ржева. Это позволит в том числе повысить транспортную доступность Ржевского мемориала советскому солдату. Просили сделать 4 полосы, было поручение президента, соответственно, знают, что там какие-то есть, так сказать, сейчас изменения в проекты. Там где-то реконструкция, где-то обход делается. Там мы изначально, по-моему, хотели сделать обход Зубцова по... Получается, если по ходу из Москвы с левой стороны, если, так сказать, какие-то там другие есть сложности, то готовы трудиться, готовы помочь с переводом земли, там, с каким-то расселением. Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы реализации на территории региона национального проекта безопасной качественной дороги, строительства северного обхода Твери. Роман Новиков подтвердил готовность тесного взаимодействия Росавтодора с Тверским регионом, и в первую очередь это касается безопасности дорожной сети. Это приведение показателей по аварийности и смертности в более достопочтимые результаты. На сегодняшний день на территории Тверской области у нас, к сожалению, очевиден рост дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах. Мы оцениваем это как такой очень чувствительный для нас показатель. Роман Новиков выразил уверенность в том, что на площадке региональной комиссии по безопасности дорожного движения можно будет эффективно взаимодействовать, в том числе в части выявления очагов аварийности на дорогах Верхневолжья. Также глава ведомства представил нового начальника ФКУ УПРДОР России Юрия Князева. Трасса М-10 России в границах Тверской области находится в ведении именно этого учреждения.